И про искусство. Театральный сезон открывается. Академический театр Уэзова уже сделал это премьерой «Столетняя любовь». Коллектив во время летних каникул успел обменяться опытом с зарубежными коллегами и приготовил для своих зрителей много интересного. Уникальный в своем роде уйгурский театр, где работает сразу несколько жанров – драма, балет, эстрада и фольклор – тоже порадует интересными постановками. Что еще будет нового, смотрите в нашем сюжете. Надо завести себя и повторяй, найти. Ай-я! Репетиция спектакля «Заклятие Коркыта» по пьесе Ирангаипа. Режиссер из Литвы Йонас Вайткус ставит ее в Казахском драматическом театре имени Уэзова. Известный зарубежный постановщик решил театрализовать пьесу про легендарного кабазиста 9 века, так как хотел глубже затронуть историю наших предков. Я и в Литве ставил спектакли, которые касаются нашего прошлого, то есть народных обряды, певцы, художники, которые из дерева скоблили, которые пели. А здесь тоже Коркыт – это как бы и народный певец, и лекарь, и поэт. Роль Коркыта исполняет актер театра и кино Азамат Сатыбалды. Хотя всего третий день репетиции, все уже успели понять задачи режиссера. Всего в постановке задействовано около 30 актеров. Он все знает о Коркыте, о пьесе. В принципе, он историю нашу очень хорошо знает. Он пришел подготовленным. Вот это нас радует. И, конечно, требует жестко. И это не единственная премьера до конца этого года. Режиссер театра, заслуженный деятель Республики Казахстан Аубакир Рахимов готовит спектакль «Испанский дворянин» по пьесе Демонуара и Денери. Это классика считается, это комедия плаща и шпаги. Я готовлю этот спектакль, премьера планируется где-то близко к Новому году. Всего же в 89-м театральном сезоне планируется до 10 премьерных спектаклей. Стоит отметить, что в начале октября Академический театр Уэзова объявил конкурс среди молодых драматургов. По его итогам, которые подведут в декабре, лучшая пьеса будет поставлена на прославленной театральной сцене. Рашид Ильясов, Джадра Джалдыбаева, Скандербек Тогуспаев, телеканал Алматы.